Я не духовник, но это все. Что на уме? Как дела с новой рукой? Она почти готова, но надо настроить крепление. А потом испытать ее. Жду с нетерпением. Пора идти. Береги. Я хотела поговорить о нем. Морозильные снаряды тут не помогут. Надеяться надолго.
можно сбить. Так, теперь я смогу подключить его к куполу в лагере. Приветствую. Посмотрим, что тут у нас.
Честь и сила. Во имя Десят. Ты заслужила место среди нас. Наверняка где-то здесь есть котел с данными о перехвате таких машин. Волосы цвета крови. Добро пожаловать, воительница. Моя сила, твоя сила. Бессмысленные фокусы. Где твоя дисциплина? Атакуют мятежников. Надо бы им помочь. Это срез воды. Каталова предложила зайти сюда за процессами подорога фарма. Наши клинки будут растить вместе.
Все равно твои осколки станут моими. Ты скоро вернешься, я уверен. Срез воды позади. Значит, надо идти на запад, на побережье. Паром Квен где-то там. Твоё мужество вдохновляет. Ты заслужила место в тридинах. Только подняв клинки, мы сможем остановить восстание. Варить понадобится очень много кислоты. Thank you.
еще один дрон-циклоп. Нужно извлечь из него данные и подключить к куполу. Славу Хикару твоей победы никогда не хочется. Я неплохо сражался. Вы там просто руками машете! Или прав? Это тренировка. Да, я тен. Ты наверняка не правила. Тренер, исполь остальное. И победи. Верно. Получив палящим копье, сможешь бросить вызов креп. Тренер из других тоже промолчишь. Хочешь знать больше? Максимальный урон одиночной цели, пробей ее блок. А затем примени разрушитель. Я думаю, рогов Дели и Бумки хватит. Еще они говорили принести ребро Гребниру. Вот мы и тренируемся, чтобы быть лучше. Я думаю, рогов Дели и Бумких. Еще они говорили принести ребро Гребниру. Очень важно следить за обстановкой и не дать себя окружить. Круговая коса поражает несколько врагов и расчищает пространство вокруг. Я думаю, рогов Дели и Бум. Еще они говорили принести ребро Гребниру. Нападут твои враги. Точно победят.
Еще они говорили принести ребро гриба. Тренируемся, чтобы быть лучше. Врагов Дели и Бунки хватит. Еще они говорили принести ребро в бедную руку. Освободи заряд во врага, комбинируя всплеск энергии с другими атаками. Я думаю, врагов Дели и Бунки. Еще они говорили принести ребро Гребнеру. Западут твои враги. Мы тренируемся, чтобы быть лучше. Врагов Дели и Бунки хватит.
Еще они говорили принести ребро в мире. Хватит. Еще они говорили принести ребро Гребнюру. Мощная атака медленная, и начинать с нее бой может быть непросто. Используй удар полумесяца для скорости, а затем другие атаки. Думаю, рогов Дели и Бумки хватит. Еще они говорили принести ребро Гребнюру. Пусть она запомнит надолго! Хорошая серия атак! Проняло! Третья на стрельбе! Хороший бой! Ты правда умеешь драться? Вот, этот знак твой. Спасибо. Что ж, значит... Теперь ты мне расскажешь? Скоро узнаешь. Крепость, а если я сюда... Я думаю, рогов Дели и Бумки хватит. Хватит с меня. Ты-то... Я знаю, ты сильна. Я пойду. Захочешь... Где ты взял этот шнур, мясо? Не покинет тебя честь.
Нас кто-нибудь слышит? Где вы? Мы застряли в башне! Потоп залил дорогу назад! Наверху есть лестница, но нам не достать! Ясно. Я найду, как вам добраться! Надо добраться до лестницы на верхушке башни. Если заберусь на соседнюю, может, удастся перебраться? Машина. Машины не выпускают нас отсюда. Мы потеряли оружие в целевом потоке. Держитесь, я разберусь. Крепость должна быть где-то неподалеку, рядом с древним самолетом. Все три знака у меня, и я могу вызвать крепость. Кто бы это ни был. Дым. Пойду посмотрю. Тактика. Но не всегда. Это... Привет. Опять я отрубилась. О, вот это искорка. Это ты? Крепость. Так меня называют. Азурека крепость. А тебя как? Да, в общем-то, по-всякому. Но имя Элой. Я слышала, ты лучший боец среди Тенакт. Но я представляла тебя иначе. Ну, не всем же быть красавчиками, как Хикара, правда? Я получила три знака у тренеров. Мне сказали прийти сюда и вызвать тебя на бой, но ты же не станешь... А вот он где. Итак, Элой, знаки. Положу в кучу. Садись. Ящерку? Не хочу. Вредно сражаться на пустой желудок. Но вижу, ты девушка прямая. Славно. Ну, к делу. Идем. За мной. Куда мы идем? В круг, конечно. Ты построила собственный круг? А ты думала, будем прямо у меня дома сражаться? Логично. Какой тут крутой подъем. Скажи спасибо, что не пришлось тащить меня на себе. Знаешь, последние месяцы тут такие жуткие бури бушуют. Бесит меня. От них только шум да разруха. Да. После недавней бури здесь рядом деревню затопило. Ага, кровоточину. Но там живут ребята крепкие, как зад бегемота. Уверена, они справятся. И пришли. Ну что, начнем? Ну, Элой, круг ж... Значит так, разрешено пользоваться копьем и луком, и все. Деремся, пока один не сдастся. Готова? Погоди.
Ответь сперва на пару вопросов. Так спросила бы у костра. Перекусили бы хоть. Что там у тебя? Ладно. Попробуем. Не сдерживай силу. Уже сдаешься? Ты получишь урок! Я держу! Так ты ничего не добьешься! Покажи! Хорошо тебя обучил. Ты сама сильна. Многие бросали мне вызов и учились у меня. И все они были похожи друг на друга. Но ты быстрая, упорная, стойкая. Дерешься так, как будто всю жизнь выживала в одиночестве. Я вижу в тебе себя. Мы с тобой не близки по крови, но близки по духу, выкованы из одной стали. Вот тебе мой урок, Элой. Уметь выживать мало. Живи. Мир от этого станет лучше. Я постараюсь. Не сомневаюсь. Так, теперь дай-ка мне копье. Осторожно. Красивое. Но я могу сделать его лучше. Вот. Спасибо. Ты уже успела повидать слишком многое. И еще много всего ждет тебя впереди. Надеюсь, я хоть немного помогла тебе подготовиться. Помогла. А если я захочу еще потренироваться? Приходи в любой день. Твои враги. Честь и сила. Во славу Хикары. Ты уверенно держалась в бою. Свободник. Не упускай возможность поторгать. Да воссияет твой клинок. Никогда не служу, зато благодарен чужим делам.
Ваши будут погребены с воинским почтом. Эта машина не любит огня. Пешком.